Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Насколько могу судить по размерам, это у нас аквашузи. Сразу при распаковке чувствуется сильнейший запах резины. Так. Завязал я уже узел сразу же. Сейчас я разрежу эту веревку. И посмотрим на них более внимательно. Аквашузы или кораллы, как их кто называет. Очень сильный запах резины, но вот так вот они выглядят. Размер должен быть 40-41. Довольно-таки неплохие. Цена гораздо дешевле, чем продаются они у нас. Ну, вроде по качеству как более-менее нормальный. На вид, на первый взгляд. Так, с этим понятно. И что у нас еще здесь? Так, это список доставки. И здесь у нас еще какой-то смартфон, я не помню какой. Смартфон MPE Z9. Вот такая вот модель смартфона. Так, не надрезал полностью. Так, все это было заказано на сайте GearBest. Вот так вот выглядит сам смартфон. Хорошо упакован. Довольно-таки неплохой вид, 5,5-дюймовый смартфонище. Так, неужели он разрядился? Да, скорее всего разрядился. Здесь у нас сканер отпечатка пальца. И комплектация у нас идет шнур и зарядная. Помимо этого есть силиконовый чехол, защитная пленка и инструкция пользования пользователя. Вот такой вот смартфон. Стоимость уже точно я сказать не могу. Ссылку приложу в описании к видео. Ну, если не ошибаюсь, по-моему, 50 где-то долларов. Аквашузы $7. Заказывал я уже не первый раз, уже второй раз заказываю аквашузы, но они не приходят. Ссылка на данные товары в описании. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо, всем пока.